Толик, 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 Толик. Стоп, Мате. Нужно поставить мат, девочки, возьмите один сюда, мальчики, один мат туда поставьте. Вот так, да. Наоборот, черным, наоборот. Вот черным сюда, темным сюда. Ну что она упадет? Что? Сегодня у нас был горелый. Что был? Барем. Еще раз скажи. Скажи, скажи. Это, Дона Мария, когда последний звонок собирается много людей, да? Так вот столько же, как в Корее у нас было сегодня. Весь 10-й Б позорили ключечку. 10-й Б? Да. Плохо. Хаджиме. Алина, Алина. Все, 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 закончили. Три пары следующие готовятся. Когда будет Golden Score, вы уже должны встать и три человека там стоять. Так, я вас выгоню. Ну что вы балуетесь? Это не борьба. Или бороться, или нафиг отсюда. Всему есть время. Да, вышел Серега. И собирайся, Борис. Это шида, и здесь можно травмироваться. Поэтому палец не разрешаю. Руку, палец. Просто. Юра, ты рядышком просто в этом. Это нельзя делать. Под дзюдо сразу дисквалификация. Хансоку маки. Эти ножницы. Сережика, вот этот мат сюда ко мне, нет, вот этот большой, перетащи сюда. Вот так, все.
и держать, Алина. Так, Мате, Golden Score, приготовились. Если остальные все встали, три пары, пожалуйста, встали уже. Маричика, я тебя прошу, Марина, сядь. Есть вон Алина, с ней Борис, пожалуйста, сколько хочешь. Так, готовы? Бросок. Пара поклонилась и ушла. Минута. До броска. Хаджиме. Все, 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 Толик, бросил, все, Сережа свободен. Поклонился Сереже и свободен. Ну, а партнера не падает вверх. Время. 40 мате. Встали, поклонились. Следующие вышли. Так. А, Раду борется. Ну, значит, Диана идет. Есть Маричика, есть Диана, есть Рада. Вот эти вот три человека между собой должны обязательно отбороться. А есть Даша еще. Вот четыре человека. Готовы? Выходи, Диана. Да. Внимание. Бросай, но аккуратно на него не падай. Хорошо? Джи. Хаджиме. Даша, на нее не падай, Даша. Не, на нее не падай, старайся. Чуть-чуть, вот, показала подхват, и пару прыжочков сделай. А если делаю подхват, я падаю. Кто-то там зашел. Посмотри, кто там зашел. Пришел. Посмотри туда. Там к девочкам кто-то пошел. Посмотри, кто зашел. Это Алина. Ага. Я думаю, не просто посмотри, кто-то прошел, а кто мы не увидели. Thank you.
Алина, ладно, посиди. Алина, ты возьмешь Марину сейчас. И возьмешь, сейчас я посмотрю. Три броска делаешь, я берешь Михаила, три броска. Три броска, три броска, три броска, три броска. Мате? Мате? Так, Даша, ты с ней Golden Score не борешься. Все, вы можете отдыхать, Даша. А остальным Golden Score, остальные приготовились. Остальные приготовились, встали все. Все, заправились, разогрелись, приготовились, Golden Score. Чеме, до броска. Двумя ручками раду, одной ручкой не держи. Здравствуй, Дима. С той стороны обойди. Дима хочет побороться? Дима, да. Давай переодевайся, вон ребята ждут тебя. Они все хотят тебе с тобой побороться. Есть, все. Хорошо, Раду зашел, но поймали, молодец. Девочки, 20 секунд осталось. Активнее, девчонки, активнее, активнее, активнее. Время. Угу. Поклонились. Так, следующие три пары. Алина, Михайло, идешь туда. Да, ты с ней. Михаил, иди сюда. Пройди туда, сядь. Она три броска делает. Три броска. Или можешь ее бросить. Очень хорошо. Если ты ее бросаешь, значит ты уходишь, садишься, уходит Марина. То есть вы меняетесь. Если Алина делает три броска Марине, значит потом Михаила выходит, и вы меняетесь. Так, Рада, ты только что боролся. Дайте я Сереже, можно? Сережа, просто есть мальчики побольше. В конце, пожалуйста, нет проблем. Готовы, да? Серега, ты готов? Серый, посмотри на меня. Готов? Точно? Значит, Серега, будь аккуратен. Здесь есть Влад, Сергей Анатольевич. Это Сергей. Хаджиме. Thank you.
Голову, голову держать, Алиночка, голову. Дима, с той стороны, с той стороны. Давай. Возьми, иди хорошо там разомнись. Не холодно? Оденься, одень футболку, одень это, ты что, замерзнешь? Пока разогреешь, все клеит. Не отпускай, Толик, его не отпускай. Держать, держать, Серега, держать, держать, Серега! Если не было команды, держать! Нет, какой-то свой комик. Толик, там и фон. Что, Серега, блин? Делаешь удержание, потом тебя переворачивают так легко. Надо или отпустить захват, или как-то среагировать, то есть. Нельзя же просто так бороться. Сделал и попался. Пошел, пошел, Сереженька, пошел. Дашенька, вот это чучело сюда чуть-чуть ближе ко мне. Перекати сюда, перекати. Вот так, да. Угу. Ну влезь, вот же нога торчит. Как что ты вперед бросаешь? Алина, назад бросай. Возьми голову и назад влезь, и все. Она сама падает туда. Ну и что? Ну возьми волосы один раз, дерни, и все, она... Доставай, доставай курточку, доставай курточку, сделай заднюю подножку. Ты ходишь полчаса. Задняя подножка, зацеп стопой, подсечечка. Задняя подножка, не вперед. Сергей Андреевич, на тресте можно на ноги? Где? Нет. Нет. Даже если кроссовки? Если ты в дзюдо возьмешь вначале первое за ноги, значит сразу хансоку маки. Если ты делаешь как зацеп голени, а потом... То есть один прием просто, а потом зацеп. Переворот. Да. Если тебя беру сверху за пояс, ты можешь делать переворот. А если ты сама ныряешь и берешь ногу, могут дисквалифицировать. Алина, блин. Алиночка, давай работай. Алина. Голову возьми у нее, шею, голову возьми, как ты хочешь кинуть? Эй, эй, Дима! Ну ты молодец. Дим, иди сюда. Одень тапочки, там есть ковер, и там хорошо разогрейся. Хорошо, хорошо разогрейся. Матео? Я в шоке. Алина. Мате, Мате, здесь поклонились, не надо Golden Score. Вот две пары Golden Score. Готовы? Серега, не дай Боже. Толик аккуратен, и Сережа Спивак должен быть аккуратен. Бросайте, но так, чтобы они остались живы. Дже, а если падаете, падайте нормально. Следующие приготовились. Эй! Это жопа Новый год. Правильно, руки где у тебя? Кисонька, вот представь, что ты боксер, блин. Все, следующее. Сереж, ты выходишь бороться, руки у тебя внизу. Да вон Раду возьми. Сережу возьми, кого хочешь, того и бери. Какого
что такое, ударил ты? А, нервничаешь? Да. Ты как боксер без рук, знаешь. Руки поставил назад. Да, я устал. Что ты устал? Устал. От чего ты устал? С ним бороться? Или вообще устал? Устал вообще. Нет. А? Спал. Уставьте. Готовы? Хаджима. Что, кто-то сторожил? Что случилось? Не спал. Сторожил кто-то. Леру. Я знаю. Кристиан, тоже там аккуратненько. Даша, смотри, левую ногу сейчас залезет на заднюю. На подсечке не делает, выставь правую ногу вперед и все. И вот это с падением сделай. Ногу-то не ставь, моя дорогая. Ты понял, что там такое? А? Все броски Маша такие должны быть. Видишь, как руку хорошо поставила? Даша, когда стоишь близко, ручки надо держать. Нельзя стоять и ручки пустив. Правой рукой. Маша, правая рука впереди, левая нога сзади. Встань в правую стоечку. Вот. Смотри, Даша, Даш, смотри. Вот тот захват, который не нравится Маше, вот тот захват надо постоянно брать. Вот ты бери захват. Если она держит и улыбается, значит это ее захват. Значит, другой захват. Вот который не понравится ей, вот тот и бери все время. Чтобы она сказала, ну ты уже надоела мне своим захватом. Опа. Ты можешь не бросать, но ты старайся и не падать тоже. Старайся захватить и двигаться, двигаться. Но если бросок хороший, слов нет. Красавец. Вот это бросочек приятный. Голову. А, этот... Кристиан, не расслабляйся. У них техника еще недостаточно сформировалась. Они могут врубить в ковер, не расслаблять. Не давай себя бросать. Мате, все пары Golden Score. Сережа аккуратно, Кристиан аккуратно, Маричика аккуратно. Джи. Следующий.
Следующие готовятся, следующие не сидят. Что за там за брусок, Даша? Ты придержала в кармане. Не бегай, хорошо. Держи, держи, держи ручки. Двумя руками захват. Двумя, двумя, двумя. Хорошо, хорошо. Молодец. Не расслабляйся. Держи локоть, хорошо, держи локоть. Ногу не ставь на заднюю. Время. Поклонились. Так, у меня большая просьба, Толик, мне нужно, чтобы он сделал пару бросков тебе, и ты ему пару бросков, хорошо? Сделайте по 8 бросочков. Ну, кто еще там идет? Мариччик, как ты с кем? Сразу. Вперед. Мягче, мягче. Не-не-не, Сереженька, сюда чуть-чуть. Это да. Нет, здесь нет. Мягче Толика бросай. Сейчас он будет бросать. Угу. Хорошо. Все остальные. Хаджиме. Алина. Я офигею. А пояса завязаться. Как это? Завяжись, пожалуйста. Не-не-не-не-не, Толик. А ты его побросай. Зачем? Как зачем? Где ключи? Там я перетер формулы. А где-то у меня здесь. Там лампа. Где, внутри? Там можно лампу отключить, сюда. Можно. А здесь я не нахожу в этом прессе, где длинная лампа. Там мы посмотрим завтра. Посмотрим сегодня и завтра еще. Сейчас темно. Сереженька, сюда, перекати пару раз ко мне сюда. Только без ножниц, болевых на ноги, под дзюдо, Димыч. Спасибо, Сереж. И не расслабляться, Дима. Они разминались хорошо. Не рискуй пока. Походи, не рискуй, потом еще с ним поборешься. Вот так, блин. Жопа Новый год, блин. Уйди, уйди оттуда. Алина, уйди вперед. Выходи, Даша. Выходи, Даша. Да потому что, еще раз, когда борешься, нужно быть, Алиночка, иди сядь пока. Будешь бороться? Да. Хорошо. Иди сюда ко мне, Алина. Бегом. Послушай меня внимательно. Садись. Что Марина, что Михаэла, они новички, они борются за счет силы. Все новички борются за счет силы. Поэтому их нужно подходить, ходить. И только один раз. Бросила, и смотри, они еще берут и через себя тянут. Вот, поэтому я еще раз тебе говорю, поэтому бросила, где-то перекатиться надо. То есть на это надо рассчитывать. Лучше замучить их. И Борис так, минуту мучай, дергай. Алина, минуту дергай. Когда она умрет, тогда начнешь бросать. Пошли. Голову наклонить, Михаила. Захват двумя руками, Михаила, и голову наклонить, и не бегай по ковру. Побежишь, и все. Ножки на ширине плеч, держи локоть хорошо. Сама бери шейку. Можно за ногу брать. Вторым движением можно брать и делать бросок.
радует. Ну, не надо поддаваться. Не надо. Не отпускай, не отпускай, Толян. За пояс и отсюда на него вперед, а потом через себя. Может быть, как оно будет? Кому? Дима, сейчас можно будет? Нет, сейчас колен можно. Мате, мате, Толик, мате. Толик, 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 Толик. Толик, еще раз, если человек стоит на коленях, он имеет право за ноги, он в партере. Ну да. Он имеет если право. Если он упал на колени, я могу делать бросок. Дальше. Полежи, полежи, полежи. Сейчас, подожди, Алина, подойди. Что там? Алин, Алин, я попросил делать броски без падения. Без падения. Ты давно тренируешься, ты должна без падения делать броски. Когда без... Ну, поэтому я и говорю, что ты... Почему я должна делать? Ну, потому что она новичок. Все, Марина, брейте, все, Калин. Брейте. Михайло, сядь, пожалуйста, спиной не сиди, Михайло. Толик, следи за выражениями, за это наказывают. И просто накажут на соревнованиях. Что у него болит? Стас, я расстегнула ногу. Где? Колено? Нет. Стопа? Колено. Сядь, Михайло, сядь, Михайло. Хорошо. Не надо им мазать, иди сюда. Сейчас ты помажешь. Иди сюда, Михайло. Сядь и сиди. Сейчас нельзя мазать. Ты что мазишь? Еще больше пухнет. Мате? Так, вот вы нет, Алина, вы нет, вы Golden Score, вы Golden Score. Готовы? До броска минута. Марина, вы пока минуту можете просто так говорить. Не надо, пусть сядет, блин. Джек! Этот, как ее... Сейчас закончится схватка, я тебе скажу, что делать.